Привет! С вами Ольга Каурцева и мой YouTube-канал. Когда я покупала швейную машинку в Трансметалле, мне спросили, какой мотор тебе нужен. Я спросила, какие бывают. Мне сказали, бывают 220, бывает 380. И когда же необходимо использовать тот или иной мотор? Когда вы будете шить дома, либо в любом другом помещении, обычном, нормальном, где обычное там электричество, это 220, а уже на фабриках, где специализированные световые линии и какой-то особенный, в общем-то, энергопоток, там идет 380. Это было раньше, но сейчас уже на 220 пересаживаются и все фабрики, то есть 380 уже не существует практически. Плюс есть 220 обычные моторы, которые гудят, большие, а есть энергосберегающие. У них есть разные названия, их кто как называет. Сервомотор, энергосберегающий или бесшумный мотор. Но суть всех одна и та же. Это очень маленький моторчик с блоком управления, у которого действительно шум в разы меньше, чем у своего собрата фрикционного двигателя. На энергосберегающем моторе есть блок управления, на котором стоит регулировка скорости. Это полезно для начинающих швей, которые не могут работать на высоких скоростях. Можно регулировать скорость не 5000, например, ставить, а 2500 оборотов. Через неделю уже, когда у вас рука набьется, можно увеличивать количество оборотов.